Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и я являюсь автором книги «Прорыв, ведущий к успеху» или «Как подняться в интернете». Эта книга легко подойдет новичкам, те, кто в бизнесе давно, но, может быть, в онлайн перешли недавно. Возможно, вы никакого представления не имели ранее о MLM, но зашли в интернет и начинаете развивать, она вам тоже прекрасно подойдет. Итак, к теме сегодняшнего видео. Сегодня я хочу рассказать о том, в каких же социальных сетях нужно быть нам, как предпринимателям. Есть 4 социальные сети, в которых вы просто обязаны быть. Без но, без ну, без ту, вы должны там просто быть. Я знаю, что многие гуру бизнеса, которые давно уже в интернете, много что знают, они говорят, что выберите одну какую-то социальную сеть и продвигайте ее. Это верно, если вы хотите ее монетизировать. И так и нужно делать, одну-две социальные сети выбрать, монетизировать их и продвигаться. Невозможно продвигаться во всех зараз, но быть зарегистрированным и одинаковые посты, возможно разные кидать, постоянно оживлять в социальной сети, также ленту, вы в этих сетях просто обязаны. Итак, первая социальная сеть — это ВКонтакте. Она, естественно, уже очень сильно популярна, и там много представителей различных ниш, структур и полувозрастных возможностей. Дело в том, что сейчас я углубляться не буду про то, как продвигаться в этой социальной сети. Вы это легко можете сделать, прочитав моей книге, которую я включаю поэтапные необходимости выполнения в этой социальной сети. А также даю бесплатную консультацию тем, кто обратится ко мне в личных сообщениях с темой о том, что хотите от меня, чтобы я провела бесплатную консультацию и аудит вашей социальной сети. Итак, вторая социальная сеть — это, естественно, Facebook. Он намного уже продвинулся вперед и имеет очень огромные возможности для ведения вашего собственного бизнеса. Единственное, что скажу, это то, что вы должны создать страницу в этой социальной сети. И вместе с ней Facebook дает намного в 2 раза больше, а то и в 3 раза больше возможностей позиционирования себя. И об этой социальной сети в подробностях тоже можете прочитать в моей книге. Третья социальная сеть – это YouTube. О YouTube немножко позже скажу. И вернусь к 4-й социальной сети – это Instagram. Instagram – это удобная платформа вообще все категории и возрастов, от мала до велика. Это, наверное, самая бум и трендовая социальная сеть, которая возможна, но к ней нужно привыкнуть и много знать тонкостей. О некоторых я пишу опять же в своей книге, которую вы можете легко почитать. Итак, YouTube. 3-я социальная сеть я назвала YouTube. Почему оставила его на потом? Да потому что это как результат утепления ваших людей. Вы, смотря на меня, возможно, сейчас в YouTube, возможно, в другой социальной сети, вы можете перейти, что и сделаете, кстати, перейдите на мой YouTube, подпишитесь и смотрите меня. Знаете что, некоторые могут сразу вас вообще никак не воспринять, вы можете бесить кого-то, нервировать, но с течением времени, если вы будете полезными, люди вас будут слушать, внимать вам, и уже вы будете интересны как личность. А для этого всего делается видеоконтент, естественно, YouTube. Ну и чтобы продвигаться правильно в этой социальной сети, как минимум нужно уметь оптимизировать его хотя бы на первых этапах и возможностях. И опять же, об этом я пишу в своей книге, пожалуйста, почитайте об этом. Ну и сейчас я в подсказке оставлю, что есть очень хороший, мощный инструмент, даже бесплатный, если вы не хотите пакет покупать, это VidIQ, который позволяет даже в бесплатной версии сделать намного оптимизированнее ваш канал.
Итак, ребята, вы прослушали сейчас 4 необходимые социальные сети, которые вы должны, в которых вы обязаны просто быть и присутствовать. Вы не хотите их монетизировать, к примеру, но вы тогда кидайте посты, то есть чтобы жили эти социальные сети. Вот даже представим такой нюанс. Вы кому-то говорите, знаете, что ну, мы с вами пообщались, давайте мы перейдем в социальную сеть. А человек тебе говорит, что, знаешь что, он говорит, ты в какой социальной сети? Я ВКонтакте. Ой, ты знаешь, я ее не люблю, эту социальную сеть. Меня там нету просто. А я, давай в Фейсбуке спишемся. А вы что сделаете? Знаешь что, я не знаю, что там делать. Я не знаю, как там находиться. Поэтому имейте в виду, что эти 4 социальные просто обязаны быть с вами рядом вместе. И даже некоторый лайфхак, который многие предприниматели уже принимают в действие, и также уже я в своих визитках пишу некоторые социальные сети, выписываю, потому что людям легче даже написать вам в мессенджеры, написать вам в социальные сети, нежели позвонить. Именно так это и есть. И не забывайте о тренде, это Инстаграм, ведь даже в телевизоре, в различных передачах многие говорят, подписывайтесь на мой Инстаграм. Ну тогда и вы подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылочку вы видите в этом видео, и также вы можете меня найти во всех социальных сетях, рассказанные мною в описании к этому видео. И кстати, жду комментарии и лайки. Делитесь этой информацией с друзьями. Имейте это в виду. До новых встреч. Продвигайтесь правильно и профессионально. Пока-пока.